Ну что ж, дорогие зрители, я сейчас нахожусь в аэропорту города Сочи. Как вы знаете, проект «Ветер» участвует в выставке «Экспо-2020». И именно туда я отправляюсь. Встретимся в Дубае. Команда в сборе, все приехали. Такой энергией заряжает Экспо Дубай 2020. Просто посмотрите на это. So we drive to the show and we shout, you know how it flows. So good to feel the rush again. And it's never coming down. Сейчас будем монтировать, значит, макет. Здесь пока еще такое большое. Здесь большое пространство, хаос, конечно, еще происходит, все еще на этапе подготовки. Завтра уже стартует Ветекс в рамках Экспо 2020. Но пока что здесь, вы сами видите, очень много подготовительных работ. Смотришь на все это и понимаешь, что здесь еще очень много работы, но завтра уже начнется первый день выставки. Думаешь просто, как все эти люди успеют здесь навести порядок, чистоту, все выстроить, но я думаю, что все получится. Время уже 6 часов вечера. Пока что в такой стадии чувствую, мы здесь задержимся. Всем привет, друзья! Ну что, это событие, которое мы так долго вместе с вами ждали. Это Экспо 2020. Здесь в рамках Vetex, это выставка инновационных технологий, новых решений, здесь представлен макет проектов «Ветер и город». Давайте я вам сейчас его покажу. Погнали! Мы находимся в лучшем месте, в нужное время. Это первое. Дубай – это город номер один, который ищет инновации. И постепенно мы знакомим Дубай с нашими инновациями. Сегодня статья, кстати, в газете вышла. Мне позвонили, сказали, что есть статья в газете о нашем проекте. И завтра на стенде у нас уже будет этот экземпляр. Это на арабском языке.
Что у нас еще хорошая новость? Во-первых, мы уже были не так давно в гостях у Йохайнеса, да? Шейха Кашера. И попросили его показать локацию, где сделать концепцию. Сейчас она у нас есть. И поэтому в ближайшее время мы должны сделать очень хорошего качества материал, ролик, который будет показывать, как бы это могло быть в реальной жизни. Я вообще это уже так вижу. Есть старый Дубай, есть новый Дубай, а это будет у нас Дубай 2.0. My Dubai 2.0 такой. Когда мы берем шестиугольники и постепенно внедряемся в часть старого, касаемся часть нового, для того, чтобы все это хорошо работало, да? Вот, все эти компоненты. Понемногу интегрировать. Да. Новый город с нуля построить можно, но трудно туда заселить людей. Есть же пример в Китае. Поэтому, когда ты интегрируешься в то место, где большое скопление людей, и они понимают, что эта среда лучше, что она более качественная. Ну и, конечно же, первый объект в реальном масштабе даст возможность людям по достоинству оценить все характеристики этой самой инновации. А дальше уже не за горами продажа лицензий по патенту, который у нас есть. Вот ребята, кстати, из России, у них грузовик на электрической тяге, без водителя. Плюс водородный. Да, еще вроде водородная технология, то есть он без выбросов. И я другим людям говорю, вот как раз тот самый грузовичок, который будет здесь курсировать, где на первом уровне, где минимальное присутствие человека. И вот эта самая красивая гидропоника, она у нас в итоге здесь окажется. Во всех этих уровнях, да? В общем, я здесь вижу необходимые компоненты, которые в любом случае здесь будут заинтегрированы, да. Ветер и город, выставка Vetex — это не только то место, где можно и нужно показать себя, но еще и то место, где можно найти связи, так как здесь очень много компаний и проектов выставлено, связанных с энергетикой и смежных еще направлений, и это именно то место, где нужно искать коллаборации, нужно искать партнеров. Вот именно поэтому этому проект Ветер здесь, чтобы не только показать себя, но и найти новых друзей. На выставку нужно зарегистрироваться как посетитель, как визитор. Вот именно сейчас этим занимаются наши друзья, которые приехали из Индии. Также приехал человек из... Я из Корея. Вау. Он приехал из Южной Кореи. Всем передает привет. Hello, everybody. From South Korea, Korea. И сейчас мы пройдем. Вон там нас пропустят, проверят все наши вещи и запустят в павильон. And if we look into some main pillars of the world, we're actually talking about what? Air, water and obviously energy.
that the solar panels that we're using now at this stage, they're not so much efficient. They're still consuming oil and still consuming gas. Wind is everywhere, and if you open the wind map, you can always find it anywhere. So this is the first thing, we concentrate the wind. The second thing, we're putting the wind shield. The main idea is actually to create the new city. Thank you so much for being here. Вот так буквально вечером уже все разбирается. Время 4:30 утра. Я спать. Ну вот, очень быстро пролетели эти 3 дня Экспо. Было много новых знакомств. Очень интересные события происходили. Что ж, было классно.